В Башкортостане планируют открыть непродовольственные и мебельные магазины. Об этом стало известно на промышленном часе в Доме Республики. Как сообщили в Минпроме региона, сегодня в Башкортостане более 130 предприятий мебельной отрасли. На них трудится свыше 2000 человек. С 30 марта из-за режима самоизоляции компании были вынуждены остановить производство. Но кроме того, перестали поступать средства на выплату зарплаты и налогов с целью поддержать республиканские предприятия. Глава региона Ради Хабиров поручил правительству разработать график открытия мебельных и непродовольственных магазинов. Также на промчасе обсудили запуск производства ультрафиолетовых облучателей для обеззараживания воздуха. Изготавливать их планируют на базе компании «Интех», которая специализируется на изготовлении светодиодных светильников. Для реализации данного проекта предприятию требуются дополнительные средства на закупку технологического оборудования. Участники заседания одобрили проект и приняли решение предоставить компании льготный займ по линии Фонда развития промышленности республики.